Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как достичь максимальной автономности на вашем iPhone или iPad. Это примерно будет плюс 2, а то и 3 часа работы к вашему устройству. Чтобы достичь такого результата, нужно просто снять нагрузку с процессора и оперативной памяти. То есть я выбрал 6 пунктов, которые максимально просты и снимают максимальную нагрузку на процессор. Вот. Первое, начнем с того, что нужно включить энергосберегающий режим. Зайдем в настройки, аккумулятор, вот он у меня ползунок этот включен. И сейчас сами посмотрите, с какого времени я снял устройство с зарядки, и поймете, что вот сейчас 15 минут 5, и у меня еще 44%. Вот смотрите, в 7:20 утра я снял, было последнее, то есть 100% зарядки. Вот. Что нужно сделать дальше? После того, как вы сделаете энергосберегающий режим, включите, вы уже считаете, сэкономили 30% заряда вашего аккумулятора. Также уменьшается обновление трафика, чтобы вы знали, снижение яркости экрана и снижается работа процессора и оперативной памяти. Это в целом, когда вы только включаете, сразу наглядно вы это все заметите. Это, в общем, дает вам уже как минимум 40% экономии заряда вашей общей батарейки. Следующее, это выключаем данные отслеживания конфиденциальности. То есть заходим также в настройки, опускаемся ниже, конфиденциальность. Вот смотрите, служба геолокации. Вот здесь вот опускаетесь ниже и смотрите, здесь есть такие как системные службы. И нажмите на паузу, сами посмотрите, что здесь оставить, что здесь выключить. И вам нужно будет сделать точно так же, чтобы ваши данные, опять же, лишний раз не использовались, то есть геоданные лишний раз не работали, то есть оно будет постоянно в принципе. И сами все посмотрите. Также вот поделиться геопозицией. Вот, вы все делаете точно так же. Поделиться, да, потому что на некоторые устройства, вот я оставил, допустим, на найти iPhone, на Instagram и на Maps.me, также я нажал. Вот. Как только вы это все уберете, уже сразу же активность упадет, можно сказать. Дальше опускаетесь ниже, движение и фитнес. Движение и фитнес, также убираете это, чтобы шагомер этот не был, не работал лишний раз. Заходите в анализы, тоже убираете все это, так как это все будет отправляться при каждой резервной копии и при каждом другом движении. Все это будет отправляться в Apple. Это лишняя нагрузка, оно вам не нужно. То есть в этом случае вы уменьшаете расход батареи. В общем, когда все это сделали, приступаем уже к третьему шагу. Убрать сотовых данных ненужные обновления. Вот, зайдем в сотовые данные, я сейчас пример вам покажу, нажму включить, и у вас все те, которые будут приложения, у вас будут абсолютно все ползунки включены, вот видите, абсолютно все будет обновляться. Оставьте только самое необходимое и пользуйтесь дальше этим всем, в принципе. После того, как вы сделаете данный шаг, у вас будет меньше нагрузки на обновление приложения в активном режиме при подключенном интернете, то есть это сотовые данные и Wi-Fi в том числе. Также снимается нагрузка, опять же, на процессор. Уменьшаете яркость экрана. Вот смотрите, я не ставил на максимальную, я вот эту яркость вот поставил на более оптимальную, чтобы мне было удобно пользоваться же днем и вечером. То есть, сделайте это. Чем выше яркость экрана, тем более будет, опять же, нагрузка на ваш аккумулятор идти. Поэтому делай это прямо сейчас, и все будет у тебя четко. Дальше. Пятый шаг. Поставить черную тему на заставку на экран. Как можете заметить, у меня темная, нету никаких светлых. Вот, в принципе, вот такое вот оно дело есть. Потому что это тоже более яркий цвет, потребляет более энергии в этом. Влечет за собой разряд батареи более, чем это будет при черной или темной, какой вам там будет нравиться, картинка, фото или еще что-то. И то же самое отключайте виджеты. Вот у меня виджет 1. Опять же, это все нагружает оперативную память. А еще при том, когда вы включаете энергосберегающий, он считает вдвое ломает это. И поэтому, если у вас какие-то есть виджеты, не используйте их. Ну, если это вам не прям горит. Вот я выбрал только такие через быстрые команды и все. То есть, вот это будет вам более чем достаточно. Вы сами видели показатель. Я в 20 минут 8 снял его с зарядки. Сейчас уже 15 минут 5, у меня 42%, я еще не заряжал. Я при этом не успел и поиграть. Вот, ну, как мог, поиспользовал в интернете, полазил везде, все, что, в принципе, каждый день, каждый из нас, современный человек, использует. Поэтому быстренько прожал лайк, также нажал на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми и помогайте делать этот канал популярным, потому что
потому что так нужно, так бы мне хотелось. До скорых встреч!